Всем вечерний приветик. И что, народ, можете меня поздравить. Банана не зря копалась и не зря отказалась от еды. Я там писала, у нее не токсикоз. Она готовится к кладке. Вот они, яички. Я их сейчас изыму и переставлю, так сказать, в инкубатор. А ей поменяю подстилочку. И завтра покормлю малышку мою. Я уже показывала, я вот готовлю. Вот так вот водичка в нижнем контейнере. Тут видно по краям, где вода, так сказать, выкипала. Второй контейнер, в котором будут яйца, будет дном погружен туда. Излишки влаги будут выходить по краям, поэтому сильно много влаги здесь не будет. Здесь тоже он отверстие, так что сейчас я буду заниматься данным вопросом. Субстрат достаточно увлажнен до такого состояния, что это видно, но он не мокрый. То есть он хорошо увлажненный. Сейчас, когда я все это запущу, буду еще, бывает, ну, подсыхает и добавляю даже влагу, то есть это будет все контролироваться, потому что это очень важный момент при инкубации. При этом одно яичко выглядит помятым, второе нормальное, они мягкие в это еще время, то есть вон они мягенькие, только-только она их снесла. Я их не буду разъединять, хоть они слипшиеся, так и помещаю в субстрат, так сказать, и все, и будем инкубировать. Я их вот так вот на пол глубины погружаю, немножко вот так влажным субстрактом примяла все это дело, сама вся в субстракте теперь. И все, сейчас закрываю термодатчик, ставлю на термоконик и вперед с песнями, инкубироваться. Термоковрик у меня 7-ваттничек, то есть его вполне до таких целей достаточно. Термодатчик у меня вот такой простой, еще один у меня с вагометром, там батарейки поменять надо, пока постоит на этом. Сейчас я его туда этим вот шнуром засуну, и все будет нормально. Ну, выглядит, конечно, это не, так сказать, презентабельно, но главное, что это работает, и дети вылупляются. Сейчас показывают еще такую большую температуру, потому что я его в руках подержала, он температуру сейчас выровняет. И я выставлю нужную. И мы будем инкубироваться. Красавица, банана пугает меня своим красивым хвостиком, да. Я тебя не опознала. И завтра будем кормиться. Умничка, порадовала меня. Такой подарок мне сделала на 8 марта. Супер! Она спокойно сможет кушать. Ничего ей не будет мешать. Сегодня кормить не буду. Пусть приходит в себя. Завтра займемся этим вопросом. О, пугает, пугает хвостом. Кого ты пугаешь? Солнце, это я. Тут никого другого нету. Угу. Ну и угадайте, что самое сложное в инкубации яиц. Не поддержание температуры влаги как таковой, а зараза отключения электричества. У нас это частое явление, поэтому, блин, лишний раз далеко с хаты, кажется, не уходишь, контролируешь, чтобы все работало. Бывает, приходишь, света несколько часов не было, температура падает. Ну, буду надеяться и верить, что в этом сезоне со светом меньше проблем будет.